В студии «Фотоарт» снова собрались единомышленники. Сегодня у нас вот такой замечательный мастер-класс алхимики. Вы видите, уже готовы декорации. 14 век, средневековье, алхимики. И сегодня будет очень интересное приключение. Вам нужно будет это взвешивать. Ну, вам пару камней вам. Алхимики всегда пытались найти, как говорят, философский камень, найти правду в том, чтобы человек мог жить вечно, чтобы он мог смешивать различные вещества, превращая их в магические вещи, в том числе, например, искусственно изготавливать золото. Вот так, останься. Еще раз. Мы дышим. Да. Красиво. Смотри, обалденно. Да. Сейчас пытаемся вторую настроить. Кошелек убери, тебе кошелек не нужен. Ты не должен давать какой-то эликсир. А вдруг сдачу надо? Без сдачи. Нет, ем плохо. Надо вот так. На одну сторону. На сторону. О, чтобы зубы видно было. Да. Чуть-чуть выше подбородок, чтобы зубы. Нет, и руку чуть ниже. Ну это хорошее зелье, оно там косточки, листики. Я помолвал воды. Все органическое, хорошее. Два раза в день. Ой, заливаем тебе! Я теперь понимаю, почему вы немножко вы над ним чуть-чуть наклонитесь, он вам показывает. Только к нам больше телом, да, вот так. Так. Боже мой. Очень интересно, ребята. Как дым? Секунду. Дым кулёк. А сейчас после пятой рюмки правила закончились. Но зато модели у нас сегодня популярны. Не отпускают никого. Еще раз. Это называется подбоя. Давайте больше ударим. Я только говорю. Давай, ты мешаешься. Я не знаю, сейчас парами фотографируем или все? Нет, мы море фотографируем. Я вам скажу так, первая четверка закончилась. Не, на такая кнопочка там Йофи есть. Так, отлично. Так, отлично.